Первоуральск – крупный промышленный центр Среднего Урала в 40 километрах от Екатеринбурга. Четвертый по численности населения в Свердловской области, по товарообороту он уверенно идет вслед за Екатеринбургом. Первоуральску повезло с географией. Он расположен там, где главная дорога России из Москвы в Сибирь пересекает границу Европы и Азии. Здесь установлен географический знак «Европа-Азия», который пользуется большой популярностью у горожан и гостей города, в том числе и зарубежных. Начало городу в 1732 году дал Васильево-Шайтанский железоделательный завод. Его, как и многое на Урале, основали известные промышленники и купцы Демидовы. Плотина из лиственницы – самое первое сооружение завода. По ней и проходил Московско-Сибирский тракт. Первоуральск. Город и нельзя было назвать по-другому. Он всегда стремился быть первым во всем. Градообразующее предприятие Первоуральский новотрубный завод – прямой наследник Шайтанского завода и первого Уральского завода цельнотянутых труб, который в 20-е годы прошлого века и дал название городу. Сегодня Первоуральский новотрубный завод – стабильно работающее предприятие, одно из крупнейших в России. А прокатный стан 30-102 – самый производительный стан в мире. Промышленный гигант успешно конкурирует на внутреннем и внешнем рынках, выпуская сотни труб различного диаметра и профиля. Здесь находится единственное в стране производство газовых баллонов высокого давления. Уральские трубники с уверенностью смотрят в будущее и готовы к сотрудничеству. Единственным в своем роде остается и Первоуральский диносовый завод. Он производит огнеупорные материалы различного назначения, без которых не обходится ни одно металлургическое предприятие. Марка акционерного общества «Динур» широко известна в России, а десятки видов огнеупорных кирпичей пользуются спросом во всем мире. Активно возрождается одно из старейших предприятий города, возникшее в начале 20 века – завод «Русский хром 1915». Он выпускает хромовые соединения для различных отраслей промышленности. Среди молодых, стремительно растущих предприятий Первоуральска – Уральский трубный завод. Он объединил три завода и среди немногих в России использует производственный цикл переработки листового и рулонного металлопроката. В Первоуральске успешно работают и сельскохозяйственные предприятия. Птицефабрика «Первоуральская», кооперативы «Бетимский» и «Первоуральский». Город благоустраивается. Активно развивается социальная инфраструктура города. Все прочнее входят в жизнь первоуральцев современные супермаркеты и торгово-сервисные комплексы. Развернулось массовое строительство жилья. На базе бывшего завода железобетонных изделий и конструкций стремительно развивается предприятие «Первый бетонный». По темпам строительства жилья в Свердловской области Первоуральск уступает только Екатеринбургу. Администрация Первоуральска дает приоритет тому, кто действительно готов вкладывать силы и средства в строительство жилья, дорог,
поступательное развитие города, помогает взаимодействию социально ответственного бизнеса и творческой интеллигенции в развитии попечительства образованию, искусству, спорту. В городе 32 школы, колледж, лицей, 30 дошкольных учреждений. Профессиональное образование дают Первоуральский металлургический техникум, филиал крупнейшего на Урале вуза УГТУ УПИ и представительство других 15 среднеспециальных и высших учебных заведений России. Охрана здоровья горожан – одна из главных забот города. Гордость первоуральцев – современная детская многопрофильная больница. В городе живут представители разных народностей, вероисповеданий и культур. Здесь соседствуют православная церковь и мусульманская мечеть. Ежегодно проводится татаро-башкирский народный праздник Сабантуй и межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сторона моя, сторонушка». Первоуральск – спортивный город. Общие кумиры и взрослых, и детей – хоккейная команда «Уральский трубник». Первоуральцы – олимпийский чемпион-конькобежец Игорь Малков, 9-кратный чемпион мира, легендарный штангист Василий Колотов, выдающиеся спортсмены, пловцы, легкоатлеты, представители боевых искусств, женского хоккея выросли в спортивных залах Первоуральска. Живописные окрестности Первоуральска. Волны зеленых гор до самого горизонта. Причудливые изгибы реки Чусовой в обрамлении отвесных скал. Здесь пролегает один из самых популярных туристических маршрутов Среднего Урала. Первоуральск – неповторимый, динамично развивающийся современный город, который каждый день вписывает в свою историю новую интересную страницу.